После того, как разбил икону, убежал. Где он? Вы не знаете? Татьяна Павловна меня еще вчера к вам посылала. Я вас призывала еще вчера. Вчера же он был в Царском селе, был у меня. А теперь 7 часов. Значит, наверное, у тебя дома. Ну, вы, я вижу, все знаете. Так говорите, говорите. Всего я не знаю. Конечно, Аркадий Макарович, от вас скрывать нечего. Вчера утром он сделал Катерине Николаевне в ответ на ее письмо формальное предложение выйти за него замуж. Ну, это неправда. Письмо прошло через мои руки, и я сама его отвезла незапечатанное. На этот раз он поступил по-рыцарски и от меня ничего не потаил. Анна Андреевна, я ничего не понимаю. Конечно, сложно понять. Это вроде игрока, который бросает на стол последний червонец, а сам держит в кармане уже приготовленный револьвер. 9 из 10 шансов, что она его предложение не примет. Но на 1/10 шанс он все-таки рассчитывал. И вы смеетесь? Разве я могу поверить, что письмо это было передано через вас? Ведь вы же невеста отца ее. Он просил меня пожертвовать своей судьбой и его счастьем. А впрочем, не просил по-настоящему. Все это довольно молчаливо обделалось. Я только в глазах его все прочитала. Чего же более? Ведь ездил же он в Кёнигсберг вашей матушке проситься у ней жениться на этой полусумасшедшей падчерице Катерины Николаевны. Ведь это очень схоже с тем, что он меня избрал своим уполномоченным президентом. Знаете ли, вы передали письмо потому, что для вас не было никакого риска. Потому что браку не бывать. Но тогда он может... Анна Андреевна, где он теперь? Тут каждую минуту может быть беда. Он у себя дома, я вам сказала. В своем вчерашнем письме Катерине Николаевне, которое я передала, он просил у нее, по крайней мере, свидания. У него на квартире сегодня в 7 часов вечера. Та дала обещание. Она к нему на квартиру? Ну как это можно? Почему же? Квартира эта принадлежит Дарье Анисимовне. Они оба могли у нее встретиться, как ее гости. Ну, он может убить ее. Ведь он же с ума сошел. Катерина Николаевна, вероятно, не предполагала возможность такого случая. Да вам, может быть, того и надо, чтобы он убил ее. Вызовите ко мне Дарью Анисимовну. Дарья Анисимовна, пустите меня к ним. Их нет дома. Ну, я все знаю от Анны Андреевны. Я только что от нее. Где они? Они в зале. Пустите меня туда. Да как это возможно? Ну, не туда. Комнату рядом, они меня не услышат. Анна Андреевна, может, и сама того хочет. Кабы не хотел, не сказал бы, что они здесь. А коли не хочет? Дарья Анисимовна, ну, я Олю вашу помню. Пустите, а? Голубчик мой, разве что за Олю, за чувство твое. Дай же мне слово, что не вбежишь к ним и не закричишь, коли я тебя там оставлю. Честью моей клянусь, Дарья Анисимовна. Я была причиной? Нет, это я был причиной, а вы только без вины виноваты. Это самые непростительные вины. И всегда почти несут наказание. А я и впрямь думал минуту, что вас совсем забыл и над глупой страстью моей смеюсь. Но вы это знаете. Однако же, что мне до того человека, за которого вы выходите? Я вам сделал вчера предложение, простите за это нелепость. А между тем заменить ее совсем нечем. Что ж бы я мог сделать, кроме этой нелепости? Я не знаю. Скажите, зачем вы согласились прийти сюда? Мое приглашение и мое все письмо нелепость. Я еще могу угадать, каким образом вы согласились прийти, но зачем вы пришли? Вот вопрос. Неужто вы из одного только страху пришли? Я, чтобы видеть вас, пришла. Я вас ужасно давно не видал, Катерина Николаевна. Так давно, что уж и возможным не считал когда-нибудь сидеть, как теперь, подле вас, вглядываться в ваше лицо, слушать ваш голос. 2 года мы не встречались, 2 года не говорили. Ну, говорить-то я с вами уж никогда не думал. Ну, пусть. Что прошло, то прошло. А что есть, то завтра исчезнет, как дым. Пусть это, я согласен. Потому что, опять-таки, этого заменить нечем. Но не уходите теперь даром. Если уж подали милостыню, пришли,
то не уходите даром. Ответьте мне на один вопрос. На какой вопрос? Ведь мы никогда не увидимся. И что вам? Скажите мне правду, раз навек, на вопрос, который никогда не задают умные люди. Любили вы меня хоть когда-нибудь? Или я ошибся? Любила. А теперь? Теперь не люблю. И смеетесь? Нет. Я потому сейчас усмехнулась, нечаянно. Потому что я так и знала, что вы спросите, а теперь? Потому улыбнулась. Потому что, когда угадываешь, всегда усмехнешься. Я знаю, что вы меня не любите. И совсем не любите. Может быть, совсем не люблю. Я вас не люблю. Да, я любила вас, но недолго. Я очень скоро вас тогда разлюбила. Я знаю, знаю. Вы увидали, что тут не то, что вам надо. Но что же вам надо? Объясните мне это еще раз. А разве я вам это когда-нибудь объясняла? Что мне надо? Да я самая обыкновенная женщина. Я спокойная женщина. Я люблю... Люблю веселых людей. Веселых? Видите, как я даже не умею говорить с вами. Мне кажется, если бы вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила. Бьоринг человек веселый? Он не должен вас беспокоить совсем. Я за него выхожу, потому что за ним мне будет всего спокойнее. Вся душа моя останется при мне. Вы, говорят, опять полюбили общество, свет. Не общество. В нашем обществе такой же беспорядок, как и везде, но формы снаружи еще красивы. Так что если жить, чтобы только проходить мимо, то уж лучше тут, чем где-нибудь. Вы тогда тоже испугались моего беспорядка, велик, идей, глупостей? Нет, это было не совсем то. Что же? Ради бога, говорите все прямо. Да я вам скажу это прямо, потому что считаю вас за величайший ум. Мне всегда казалось вас что-то смешное. Простите. Вот за то, что вы мне это сказали, я вам много могу простить. Я не договорила. Это я смешна уж только тем, что с вами говорю, как дура. Нет, вы не смешны. А вы только развратная, светская женщина. Я давеча тоже не договорил, когда вас спрашивал, зачем вы пришли. Хотите, договорю? Тут существует одно письмо, один документ, и вы его ужасно боитесь. Потому что отец ваш с этим письмом в руках может вас проклясть при жизни и законно лишить наследства в завещании. Вы боитесь этого письма, и вы пришли за этим письмом. Я знаю, что вы можете мне сделать множество неприятностей. Но я пришла не столько за тем, чтобы уговорить вас меня не преследовать, сколько вас самого увидеть. Я даже очень давно желала вас встретить сама. Но я вас встретила такого же, как и прежде. А вы надеялись увидеть другого? Это после письма-то моего о вашем разврате. Скажите, вы шли сюда без всякого страха? Я пришла, потому что вас прежде любила. Но знаете, прошу вас, не угрожайте мне, пожалуйста, ничем, пока мы теперь вместе. Не напоминайте мне дурных моих мыслей и чувств. Если бы вы со мной могли заговорить о чем-нибудь другом, я была бы очень рада. Пусть угрозы потом. А теперь бы другое. Я право пришла, чтобы вас минуту видеть и слышать. Ну а если не можете, то убейте меня прямо, только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами. Вы уйдете отсюда без малейшего оскорбления. Ах, да, ваше честное слово. Нет. Потому что я хочу и буду думать о вас всю ночь. Мучить себя? Я воображаю вас, когда я один, всегда. Я только и делаю, что разговариваю с вами. Но вы всегда смеетесь надо мной. Как теперь? Никогда. Никогда не смеялась я над вами. И если я пришла, то я из всех сил старалась это сделать так, чтобы вам ни за что не было обидно. Я пришла сюда, чтобы сказать вам, что я почти люблю вас. Простите, я, может, не так сказала. Зачем вы не умеете притворяться?
Зачем вы такая простушка? Зачем вы не такая, как все? Ну, как сказать человеку, которого прогоняешь, почти люблю вас? Я только не умела выразиться. Это потому, что при вас я всегда стыдилась и не умела говорить с первой нашей встречи. Я так сказала, потому что люблю вас такой общей любовью, которую всех любишь, и в которой всегда не стыдно признаться. Я вас, конечно, обижаю. Это в самом деле должно быть то, что называют страстью. Я одно знаю. При вас я кончен. Без вас тоже. Знаю тоже, что я могу вас очень ненавидеть. Больше, чем любить. Впрочем, я давно уже ни о чем не думаю. Мне все равно. Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы. Что вам? Вам дико, что я так говорю? Я думаю, что если бы это только могло вас прельстить, то я бы простоял где-нибудь 30 лет столпником на одной ноге. Я вижу, вам меня жаль. Ваше лицо говорит, я бы полюбила тебя, если бы могла, но я не могу. Да? Ничего, у меня нет гордости. Я готов, как нищий, принять от вас всякую милостыню. Слышите? Всякую. У нищего какая же гордость? Друг мой, я буду помнить о вас всю мою жизнь, как о драгоценнейшем человеке, величайшем сердце, как о чем-то священном из всего того, что можно уважать и любить. Андрей Петрович, поймите мои слова, ведь зачем-нибудь я пришла же теперь, милый прежде и теперь милый человек. Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых наших встречах. Расстанемся же, как друзья. Вы останетесь самую серьезнейшую и самую милую моей мыслью на всю мою жизнь. Расстанемтесь, и тогда буду любить вас. Буду любить, только расстанемтесь. Слушайте, подайте мне еще милостыню. Не любите меня, не живите со мной. Будем никогда не видаться. Я буду ваш раб, если позволите. И тотчас исчезну, если вы не захотите ни видеть, ни слышать меня. Только не выходите ни за кого замуж. Я вас истреблю! Подай я вам милостыню. И вы отомстите мне за нее еще пуще, чем теперь грозите. Потому что никогда не забудете, как стояли передо мною таким нищим. Я не могу слышать от вас угроз. От вас угроз? То есть от такого нищего? Я пошутил. Я вам ничего не сделаю, не бойтесь, уходите. И тот документ из всех сил постараюсь прислать. Только идите, идите. Я вам написал глупое письмо, а вы на глупое письмо отозвались и пришли. Мы сквитались. Вам сюда. Простите меня. Если можете. Ну что, если мы встретимся когда-нибудь со всеми друзьями и будем вспоминать и об этой сцене с светлым смехом? О, дай бог. Ступайте. Много в нас ума-то в обоих. Я вам написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтобы сказать, что почти меня любите. Мы одного безумия люди. Будьте всегда такая безумная, не меняйтесь. И мы встретимся друзьями, это я вам пророчу, клянусь вам. И вот тогда я вас полюблю непременно, потому что и теперь это чувствую. Thank you.
ты мне нравишься. Альфонсина, где ваша гитара? Альфонсин, мы на табле. Вит! Belle princesse, j'ai gagné, je le crois, bien plus que la richesse, la richesse d'un roi. Ну, Ламберт, я все послушаю. J'ai senti cul d'argent blanc. Autant en or qui brille, j'ai senti qui d'argent blanc, mais pas le cœur content. Oh non, non, franchement, à cause d'une jeune fille. Oh non, non, franchement, je n'ai pas le cœur content. Oh non, 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 franchement, à cause d'une jeune fille. Ламберт, я предлагаю тебе заговор, пожар. Во-первых, мы должны зазвать Катерину Николаевну к нам письмо. Это можно. Во-вторых, для убедительности нужно послать в письме копию с ее документа. Так, чтобы она могла прямо видеть, что ее не обманывают. Так и должно, так и надо. В-третьих, зазвать ее должен ты, от себя. Вроде бы как бы неизвестный, приехавший из Москвы. А я приведу Версилова. И Версилова можно? Должно, а не можно. Необходимо, для него же все и делается. Мы с Версиловым будем сидеть в другой комнате. Ламберт, надо достать другую комнату. Ага. А когда она согласится, на выкуп деньгами, на другой выкуп, потому что все они подлые, мы с Версиловым выйдем и уличим ее в том, какая она подлая. А Версилов, увидев, какая она мерзкая, разом вылечится и выгонит ее пинками. Тут надо бы еще и Бьёрнга, чтобы он посмотрел на нее. Нет, Бьёрнга не надо. Надо, надо, Ламберт, ты ничего не понимаешь. Пусть пойдет скандал в высшем свете. Этим отомстим. И высшему свету, и ей, пусть она будет наказана. Ламберт, она даст тебе вексель? Мне денег не надо. Я на деньги плюю. А ты нагнешься, подберешь их себе в карман. Но зато я ее сокрушу. Да-да. Это ты так. Ламберт, она страшно благоговеет перед Версиловым. Я сейчас убедился. Это хорошо, что ты все подсмотрел. Я никогда не подозревал, что ты такой шпион, и что в тебе столько ума. Врешь, француз, я не шпион. А во мне много ума. Ты знаешь, а ведь она его любит. Но за него не выйдет, потому что Бьёрнг гвардеец. А Версилов всего-навсего великодушный человек, друг человечества. По ихнему лицо комическое и ничего больше. Она понимает эту страсть, наслаждается ею, кокетничает, завлекает, но не выйдет. Это женщина-змея. Всякая женщина-змея. И всякая змея-женщина. Знаешь, его надо излечить. С него надо сорвать эту пелену, чтобы он увидел, какова она, и излечился. Я приведу его к тебе, Ламберт. Так и надо. Я сейчас еще принесу. Сина. Écoute-moi, petit batelier, disait l'infante d'Espagne. Laisse la ta barque, viens jouer au dé, petit batelier. Mais pour jouer, il faut de l'or. Ce qu'en vantin je gagne serait, je pense, indigne encore de ta couronne d'or. Oh, 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 oh. Oh, ma belle princesse, il me faudrait, je crois, pour un jeu, la richesse d'un roi.
Ça, tu vas ta barque et tes filets, lui dit l'infant d'Espagne. Mais donc pour un jeu, je le permets, ta barque et tes filets. Il perd d'abord, mais à la fin, la chance tourne, il gagne. Il gagne à nos enfants, d'où dépendait sa main. Oh, 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 ma belle princesse, j'ai gagné, je le crois, bien plus que la richesse. La richesse d'un roi. Oh, ma belle princesse, j'ai gagné, je le crois, bien plus que la richesse d'un roi. Ламберт, этого человека надо спасти, потому что кругом у него колдовство. Если бы она за него и вышла, он бы все равно на утро прогнал ее. Потому что так бывает. Эта любовь, она как болезнь. Чуть только достиг удовлетворения, тотчас же спадает пелена, является противоположное чувство. Отвращение, ненависть, желание истребить, раздавить. Ламберт, ты знаешь ли историю о Висаге? Читал ее? Нет, не помню. Роман? Ничего не знаешь, ты страшно, страшно не образован. Я плюю. Все равно он любит маму. Он целовал ее портрет. А то он прогонит на другое утро. Но будет уже поздно. Потому что надо спасти. Теперь. Du fil noir et une aiguille vite. Prends sur ma table une feuille de papier propre, comme ça là. Мадемуазель Альфонсин, доброе утро. Транс Метео Ламбер
qu'il n'a jamais l'audace de venir chez moi. Я вчера бредил, клеветал женщину. Je calomnie une femme, je plaisantais exprès. Trans à lui, чтоб больше никогда ко мне, qu'il n'a jamais l'audace de venir chez moi. Oui, c'est une honte, une dame. Vous êtes généreux, vous. Soyez tranquille, je ferai voir raison à Lambert. Анна Андреевна, прикажите подать чаю, милая. Он сейчас будет готов, князь. Разве что не так? Я ждал вас спросить, не прикажете ли растворить вот эту самую дверь для прямого сообщения с княжескими покоями, чем через коридор? Петр Павлович, прошу вас покорнейше пойти и пригласить сейчас сюда ко мне Анну Андреевну для переговоров. Давно они здесь? Да уж, сейчас будут. Ну, так сходите. Анна Андреевна и князь Николай Иванович с нетерпением ожидают вас у себя. Ангел, вы только послушайте. L'amour, n'est-ce pas que c'est la lumière qui nous... Князь, милый князь. Я же говорил, что он великодушный юноша. Ну, удивительно поздоровели, князь. У вас прекрасный вид. Я удивительно поправился здоровьем. Однако, кушайте ваш чай. Если вы мне дадите чашку, я выпью с вами. Прекрасно, чудесно. Дайте нам чаю, милая. Аркадий Макарович, мы оба, я и князь Николай Иванович, приютились у вас. Мы приехали к вам одному, и просим у вас убежище. Вспомните, что почти вся судьба этого обиженного человека в руках ваших. Мы ждем решения от вашего правдивого сердца. Потом, потом. Не спаши, ами. Сахар лучше. Вам мой хозяин, Петр Павлович, не рассказывал о камне, как его сдвигали англичане? А когда-то слышал что-то такое смешное, кажется. Ты был нездоров, мой мальчик. Ах, извини, я слышал, говорят, что ты все время занимаешься спиритизмом. Не думал. Это вам Петр Павлович давеча говорил. Он очень веселый человек и знает множество анекдотов. Хотите, я позову? Да-да, только потом. Так вот, давеча накрывает на стол, и он говорит, не беспокойтесь, он не улетит, мы не спириты. Чтоб в самом деле у спиритов столы летали. Ну, правда, не знаю, говорят, поднимаются на ножках, но вы не волнуйтесь, ведь все это вздор. Я тоже говорю, что вздор. Представь себе, в министерстве столы стоят, и там 8 пар чиновничьих рук лежат, и пишут бумаги. Но от этого же там столы не пляшут. А представь себе, вдруг запляшут. Так это же будет бунт столов в министерстве финансов. Этого еще не хватало. Какие вы по-прежнему милые вещи говорите, князь. Я говорю не так. Ну, ну, хорошо. Я, пожалуй, позову Петра Ипполитовича. Друг мой, если бы я их мог видеть обеих здесь вместе. Князь, успокойтесь. Мы бы их помирили. Ведь это мелкая пустая ссора двух достойнейших женщин. Я очень на тебя надеюсь. Вот только и квартира какая-то странная. Хозяин, он и не опасен? Хозяин? Да чем же он может быть опасен?
Ой, ради Христа только не говори, Анна Андреевна, что я здесь всего боюсь. Я здесь поначалу все похваливал по первому шагу. И хозяина похваливал. Как ты думаешь, здесь со мной ничего не случится? Ну, уверяю же вас, голубчик, помилуйте. Друг мой, если у тебя в самом деле есть документы. Если есть что сказать, не говори. Бог ради, не говори. Лучше не говори совсем. Аркадий Макарович, позвольте вас представить. Я слишком знаком уже с вашим братцем. Ах, тут ужасная ошибка. Я так виноват, милый Андрей Макарович. Во всем виноват мой Степан. Он так глупо доложил, что я принял вас за другого. Это в Москве. Потом я стремился к вам изо всех сил, чтобы разыскать и разъяснить, но заболел. Ну, спросите у нее. Дорогой князь, мы должны быть друзьями хотя бы по праву рождения. Я вам сказала все, Аркадий Макарович. Наша судьба в ваших руках. Ну ведь и я вас предупреждал, что не могу. И это ваш ответ. Ну пусть я погибну, а старик, ведь он к вечеру сойдет с ума. Сойдет с ума, если я покажу письмо дочери, в котором та советует с адвокатом, как объявить отца сумасшедшим. Вот этого он не вынесет. Знаете, что он не верит письму этому. Он мне уже говорил. Говорил уже? Я так и знала. В таком случае я погибла. Сообщите мне, в чем, собственно, заключается ваш план? С этим письмом его дочери в руках мы оправданы в глазах света. Я тотчас же пошлю князю Вожжинскому и Борису Михайловичу Пилищеву. Его друзьям с детства, оба влиятельные в свете лица. Они, конечно, помирят его с дочерью, но по моей просьбе. Я сама на том настаю. Таким образом, положение дел сразу же и совершенно изменится. Вы понимаете? Но для меня прежде всего его счастье. Пусть он поймет, наконец, и оценит, кто действительно ему предан. Без сомнения, я более всего рассчитываю на ваше влияние, Аркадий Макарович. Само собой. Что всю жизнь потом благодарность моя не будет иметь границ. Я вам отвечу такой же искренностью. Я передам письмо Катерине Николаевне в руки, но с тем, чтобы с всего теперь случившегося не делать скандала. И чтобы она дала заранее слово, что не будет мешать вашему счастью. Вот все, что я могу сделать. Это невозможно! Я не применю решение, Анна Андреевна. Может быть, перемените. Обратитесь к Ламберту. Аркадий Макарович, вы не знаете, какие могут выйти несчастья через ваше упрямство. Несчастья выйдут, это наверное. У меня кружится голова. Довольно мне с вами, я решился и кончено. Только не надо присылать ко мне вашего брата. Ну, он именно желает загладить. Не надо ничего заглаживать. Не нуждаюсь, не хочу, не хочу. Скажите, где сегодня будет ночевать князь? Неужели здесь? Он будет ночевать здесь, у вас и с вами. Сегодня же к вечеру съеду на другую квартиру. Дома ли Татьяна Павловна? Дома нет, нету дома. Лиза, у вас нет Татьяны Павловны? Только что ушла, минут 10 назад. Куда? Не знаю, она не сказала. А что мама? Мама заболела, всю ночь не спала. Слава богу, хоть теперь заснула. Ты не входи к ней, не буди ее. Да я и вовсе не пойду. Лиза, я сегодня принял огромное решение, и последнее. И сегодня же исполню. Только мне обязательно нужна Татьяна Павловна. Поцелуй маму.
приходила. Я уже не для себя, а для князя. Умоляю вас, не уходите из дому. Мне необходимо отлучиться, может быть, даже на 2 часа. Я князя оставляю на вас одного. Даю вам слово, Анна Андреевна, что я никуда не уйду до вашего прихода. А я исполню долг свой. Это я, князь. Я с вами. А мне сказали, что ты куда-то уехал. В другую квартиру. Напугался, убежал. Кто же вам мог сказать это? Ну, не знаю, кто-то, а может, сам придумал, а может, кто-то. Представь, мне сейчас сон приснился. Вот старик с бородой и расколотым надвое образом. Вот. И говорит мне, вот так твоя жизнь расколется. О, боже мой, вы, наверное, слышали от кого-нибудь, что я вчера Версилов разбил образ. Да. Ну, вот-вот и приснилось. Ну, неважно. Представьте, он мне еще пальцем грозил. А где Анна Андреевна? Она сейчас воротится. Она уехала уже? Нет, 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 она сейчас тут будет и просила меня посидеть с вами. А ну хорошо. Ну вот, представь себе, дальше приходил хозяин и приносил фотографии женские, гадкие. Все какие-то голые женщины в восточном виде. Я, представь себе, хвалил, скрипя сердце. Ну, хозяин дурак и ничего больше. Дурак и ничего больше, правильно. Скажи, ты можешь меня спасти отсюда? Князь, ну все, что только смогу. Милый князь, подождите, я, может быть, все уложу. Хорошо. А мы возьмем с собой и убежим. А чемодан оставим так, для вида. Куда убежим, Анна Андреевна? Диктор, с Анной Андреевной. Подожди-ка, постой, друг. Там в саке лежит фотография, портрет Катин. Достань-ка его, я сунул его вчера. И поосторожней. Смотри, чтобы нас не застали. Ну, это же ангел небесный. Всю жизнь я перед ней был виноват. Я не верю ничему. Ничему не верю. Но можешь себе представить, что меня хотят засадить в сумасшедший дом? Никогда. Никогда этого не было. Это ошибка. Я знаю ее чувства. Ты знаешь ее чувства? Ты меня воскресил. Ты меня воскресил. Приведи ее сюда, и пусть они... Обе поцелуются, и я повезу их домой, а хозяина прогоним. Друг мой, скажи мне всю правду. Скажи, куда теперь меня денут? Да, боже, да вы мне наконец не верите. Да я вас здесь никому тронуть пальцем не дам. И не давай, никому не давай. Скажи, а этот хозяин, Ипполит, или как там его? Не доктор. Какой доктор? А вот здесь, в этой комнате, это не сумасшедший доктор? Нет. Князь, князь! Вот плоды вашего дела! Нет,
Это плоды вашего дела. Последний раз обращаюсь к вам, Аркадий Макарыч. Хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и пожертвовать безумными и детскими любовными мечтами вашими, чтобы спасти родную вашу сестру? Я спасу всех, но только так, как сказал давеча. Может быть, через час здесь будет сама Катерина Николаевна. Я всех примирю. Привезите ее. Привези, поведите меня к ней. Я хочу Катю. Я хочу видеть Катю и благословить ее. Видите? Слышите, что он говорит? Теперь уж, во всяком случае, никакой документ вам не поможет. Вижу. Но он еще помог бы оправдать мой поступок во мнении света. А теперь я опозорен. Довольно. Совесть моя чиста. Я оставлена всеми. Даже родной брат мой испугался неуспеха. Но я исполню долг свой. И останусь подле этого несчастного. Его нянькой, сиделкой. Я возвращусь через час. И возвращусь не один. Это все? Да. Пащенок. Письмо это и в самом деле было у тебя зашито, и зашивала его дура Марья Ивановна. Да. Мерзавцы, безобразники. Так ты с тем сюда ехал, чтобы высший свет победить? Отомстить за то, что ты побочный сын захотел. Татьяна Павловна, ну, перестаньте браниться. Да, я побочный сын. Ну, я все отверг стою с мерзавцами. Я победил свои страсти. Я молча положу перед ней документы и уйду, даже не дождавшись от нее слова. Вы сами будете свидетельницей. Давай, давай, письмо сейчас, клади его на стол. Да ты лжешь, может быть? Оно в моем кармане было зашито. А сама Марья Ивановна зашивала. А здесь как шили новый сюртук. Я вынул из старого и сам перешил в этот. Вот оно здесь, можете пощупать. Давай его, вынимай его. Ни за что. Я сам положу документ перед нею и уйду. Но надо бы, чтобы она сама своими собственными глазами видела, что это я. Я сам отдаю, без принуждения и награды. Опять красоваться? Влюблен, пащенок? Говорите пакости сколько вам угодно. Пусть. Пусть я заслужил. Пусть я покажу себе мальчишке, который поначалу стерег ее и замышлял заговор. Но зато я превзошел самого себя, а счастье ее поставил выше всего на свете. Ну и что я ее люблю? Я не стыжусь этого. Мама ангел небесный, она царица земная. Версилов вернется к маме, а перед ней мне стыдиться нечего. Да, люблю. А вы? Хотите, скажу? Ведь вы всю жизнь были влюблены в Андрея Петровича. А может быть, и сейчас продолжаете? Не смей, не смей! Пащенок. И не смей. Не смей мне больше про это говорить. Дура. Пойди сюда, ну-ка, поцелуй меня, дуру. И не смей мне больше это повторить. А тебя я люблю. И во всю жизнь мою любила, дурака. Ах, да. Что это я? Так старый князь у вас на квартире? Да правда ли? Уверяю вас. О, боже мой, они там им распоряжаются. Айда Анна Андреевна, айда монашенка. А ведь та-то милитриса-то так ведь ничего и не ведает. Какая милитриса? Да царица-то земная. Идеал-то. Татьяна Павловна, я прибежал за Екатериной Николаевной, меня все опять там ждут. Я отдам ей документ, но лишь с тем, что она даст слово немедленно примириться с Анной Андреевной и даже согласиться на брак ее. И прекрасно. И я тут самое ей 100 раз повторяла. Ведь он умрет до брака-то, все равно на ней не женится. А если оставить ей деньги в завещании, так они уж и без того туда вписаны и оставлены. Неужели Екатерине Николаевне только денег жаль? Нет, она все боялась, что документы у нее, у Анны-то, и я тоже. Вот мы ее сторожили. Дочери же не хотела старика-то потрясти. А немчурке Бёринку, правда, и денег было жалко. И после этого она может выходить за Бёринга? А что с дурой поделаешь? Сказано дура, так дура и будет вовек. Спокойствие, видишь, он ей какой-то доставит. Надо же, говорит, за кого-нибудь выходить, то вроде за него ей всего способнее будет. А вот там увидим, как ей будет способнее. Хватится потом, поздно будет. Так вы-то чего ж допускаете? Ведь сами же в глаза же ей говорили, что влюблены в нее.
И влюблена, и больше вас всех люблю вместе взятых. А все-таки она дура бессмысленная. Так сбегайте же за ней теперь. И мы сами повезем ее к отцу. Да нельзя, как бы ты раньше 4 часами пришел, а теперь 8. А она давить к Филищам отобедать уехала, а потом с ними в оперу. Господи, так в оперу нельзя ли сбегать? Да нет, нельзя. Побегу-ка я, однако, к ней, оставлю ей записку, что документ тут. И чтобы она завтра ровно в 10 часов утра была у меня. Не беспокойся, явится, меня тут как-нибудь послушается. А ты беги туда. Финти перед стариком, что есть мочи. Уложи его в постель, а вось вытянет до утра-то. Ага. Анну тоже не пугай, люблю ведь я ее, дура. Все, ступай. Нет, постой. Отдай мне это письмо хоть на ночь-то. За ночь ведь, пожалуй, переменишь мнение. Ни за что. Нате, смотрите, щупайте, а вам ни за что не оставлю. Я вижу, что бумажка. Ну, хорошо, ступай. А я сейчас к ней потом в оперу. Это ты хорошо сказал. Ну, все, беги. Ага. Вы интриганка. Вам нужны его деньги. С этой минуты вы опозорили себя перед обществом и будете отвечать перед судом. Нет, это вы эксплуатируете несчастного больного и довели его до безумия. А на меня кричите, потому что я женщина, и меня некому защитить. Ах да, вы невеста его, невеста. Барон, барон, дитя мое, я люблю вас. Идите, князь, идите. Против вас был заговор, и, может быть, даже на жизнь вашу. Что-то, я понял, я сразу понял. Князь, вы меня оскорбляете и допускаете меня оскорблять. Прочь! Мерзавец! Анна Андреевна, я ваш защитник. Боже! Боже мой! Боже мой! Господа, господа! Князь, позвольте, я... Аркадий Макарович. Городовой! Аркадий Макарович. Отвезти его в участок! Вы тоже должны идти в участок! Вместе идти в участок, чтобы составить акт! А вы меня не смеете брать почти что с моей квартиры! Извольте пройти в участок! Расскажите ему, что вы... Задержал на казначейской. Имя, отчество? Анна Петровна. Где проживает? Не брала ничего, она сама меня помнула. Да, не брала ничего, она сама меня помнула. Будьте руки с кармана. Это самоуправство, это произвол, вы так не смеете! Я требую составления акта в присутствии барона. Барон должен быть здесь! Молчать! Как фамилия? Долгорукий. Князь Долгорукий? Да иди ты со своим князем! Что? Кто такой? Доброе утро. Здравствуйте. С кем вы вчера изволили повздорить? С бароном Бьёрингом. А ваше имя? Аркадий Макарович Долгорукий. Вы можете идти, Аркадий Макарович. Татьяна Павловна, а я не понимаю, как меня сразу выпустили? Сегодня утром думала застать у тебя князя. Прилетела туда и там все узнала. Тогда прилетела к Катерине Николаевне. Разбудила, испугала ее. И с ее запиской помчалась прямо к Бьёрингу. А уж у него, будь покоен, тотчас получила
другую записку с просьбой его самого. Поехали. Тебя, дурака, освободить. Ну что, самовар? Да он же готов. Сегодня в половине 12-го будет Катерина Николаевна. Для свидания с тобой. Тут ей передашь. Я с ней об этом сговорилась, когда сегодня утром была у нее. Угу. Спасибо. Подай варенье. Марья! Что ж ты? Марья! Что за манера уходить без спроса? Папа уже встал? Нет, они еще почивают. Хорошо. Велите подавать карету. Слушаюсь. Что ж мы сидим-то? Сколько времени-то? Подавай карман. Нужно вынуть письмо. Не при ней же взрезывать. Угу. Смотри, что тут тебя так напутал. Кто зашивал? Сам Татьяна Павловна. Ну, видно, что сам. Это что ж? Что с тобой? Да что тут еще? Где ж твоя записка? Так это же Ламберт! Значит, украл Ламберт! Ну, да, я не знаю, ну, он украл! Марья, нету, Марья! Марья! Что, барня, ты здесь? Так, что делать? Пойду-ка я к ней, ты рохля! Я сейчас бегом к нему! Я задушил его, если надо! Барни, тут вас какая-то очень спрашивает. Oh, mon Dieu! C'est de ma faute! Il faut la sauver! Надо спасать! Il y a un crime! Et moi, je suis pour quelque chose! C'est moi! Это я тогда! Срезала это письмо! Et maintenant, c'est Ламбер qui le tient! Ламбер, этот монстр, они два! Veulent faire venir Катерина Акмакова, la générale, et la tuer! Опять убивать ее! Скоро! Oh, Dieu, que j'ai peur! C'est que je viens pistolet entre leurs mains! Je me suis précipitée ici, à Bichal, femme, chez vous, pour que vous alliez, pour que vous la sauviez, pour que vous la préveniez. Надо спасать, спасать. Au ciel, cet homme noir! Черный человек, какой он noir? J'ai oublié son nom. C'est un sale type. Ça y est, Версилов! Версилов, да быть этого не может. Да нет, может, это матушка, говори, не прыгай руками-то, не маши, чего они там хотят. Растолкуй мне толком, но не поверю же я, что они стрелять в нее хотят. Версилов, стоит за дверь. Екатерина, entre. Et Lambert, pour que ça t'y épisse moi. Alors, Versilov, bijat, bijat, vierre, il fera irruption, il m'stite, m'stite. Oh, la générale Katerina vient en a pris d'autres, absolument. Anna Poluchil, Poluchil, copia, pisma. Elle comprendra tout de suite qu'il est vraiment de cette lettre, il ira chez eux. Ой, точно мне, точно мне. Завела, завела. Версилов зарежет ее, Версилов ее зарежет. Если он дошел до Ламберта, он зарежет. Тут двойник. Да нечего тут. Вези нас прямо к ним. Нет, далеко. Марья, если придет Катерина Николаевна, скажи, чтоб скоро буду, чтоб села и ждала меня. Если не захочет, закрой дверь и не выпускай. Скажи, что я так велела. 100 рублей тебе, Марья, если службу сослужишь. Она ассасина! Извозчик! Извозчик! Ступай с ней. Там умри, если надо, слышишь? Я сейчас за тобой, а прежде махну-ка я к ней, а вось застану. Потому что как хочешь, а мне вот это подозрительно. Уолливу! Подождите, подождите. Arrêtez, вы avec nous! Allons-y ensemble! Извозчик! Извозчик! Стой, стой!
Садитесь, ассиз ву сель вупле. Пошел, пошел! Ну, скорее, скорее! Вид-вид-вид! Да-да, вид-вид! Когда должна быть у Ламберта Катерина Николаевна? О! Это что, Версилов пришел с пистолетом? Ну, говорите же, говорите! О, мол, ай-яй-яй, это фло, это фло! О, Морис, Морис! Dès que je c'est Tom et pouvoir entendre cette ouvrage. J'ai été glacé des fois. Vous êtes Charles, pour la générale, madame, à ta gauche. Oh mon Dieu! Aïe, 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 nous allons rentrer en retard. Quel est pouvoir entendre cette ascension? Arkadiy Makarych! Oh mon Dieu, que je dois faire? Arkadiy Makarych! Куда? И с ней, с Альфонсинкой! Тришатов, правду вы сказали, беда! Еду к подлецу Ламберту! Едемте вместе, все больше людей! Воротитесь! Воротитесь сейчас! Ламберт обманывает, и Альфонсинка обманывает! Меня Рябой послал! Их дома нет! Я сейчас встретил Вертилова и Ламберта! Они проехали к Татьяне Павловне! Они сейчас там! Стой! Стой! Стой, остановись! Одну минуту. Разворачивай назад! Разворачивай! Куда вы? Прекратите! Иван Игоржей, он меня убьет, и матюра! И матюра, вы на век муа! О, мой Дио, вы на век муа! Ну, Марья, спасибо. Это тебе за труды, пока. И обещанные 200 еще получишь. Боже, это зачем? Молчи, молчи, молчи. Стереги нас. И никого, кроме нее, не впускай. Она уже здесь. Куда? Через черный ход, Тришатов. Генеральша пришла, а у них пистолет. Я так не хотела, я не хотела. Тришатов, оставайтесь здесь, в кухне. Я чуть крикну, изо всех сил бегите ко мне на помощь. Называете такие деньги? И за что? Нелепость какая-то. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Это письмо стоит 30 тысяч, а вы удивляетесь. Оно 100 тысяч стоит, а я ведь только 30 прошу. Я вижу, что здесь устроена какая-то западня. Я ничего не понимаю. Но если письмо и в самом деле у вас... Да вот оно, вот, сами видите. Разве не то? 30 тысяч вексель и ни копейки меньше. Но у меня нет денег. Напишите вексель, вот бумага. Затем пойдете, достанете денег, а я буду ждать, но неделю, не больше. Деньги принесете, отдам вексель и письмо отдам. Вы говорите со мной таким странным тоном? У вас сегодня же отберут этот документ, если я поеду и пожалуюсь. Кому? А скандал! А письмо покажем князю. Где отберут? Я не держу документов в квартире. Я покажу князю через третье лицо. Не упрямьтесь, барыня. Благодарите, что я еще немного прошу. Другой бы, кроме того, попросил еще услуг, знаете каких? Которых ни одна хорошенькая женщина не отказывает при стеснительных обстоятельствах. Вот каких. Vous êtes belle, vous. Вы же красивая женщина. Не с места. Положите ее. Умоляю вас, положите ее на диван. Теперь этой сцене минуло почти полгода, и многое изменилось с тех пор.
А для меня давно уже наступила новая жизнь. Но для меня и тогда, и еще долго спустя было, как мог Версилов соединиться с таким, как Ламберт? И какую цель он имел тогда в виду? Мне кажется, что твердой цели он не имел, а был под влиянием какого-то вихря чувств. Правда, несмотря на обожание Екатерины Николаевны, в нем всегда коренилось глубочайшее неверие в ее нравственные достоинства. Я, наверное, думаю, что он так и ждал тогда за дверью ее унижения перед Ламбертом. Он ничего не знал из того, что случится. Револьвер был у Ламбертов, а он был безоружен. Рана его зажила, но пролежал он довольно долго. У мамы, разумеется. С нами он теперь простодушен и искренен. И я никогда столько не любил его, как теперь. Жаль, что у меня нет времени, чтобы поболее поговорить о нем. К великому посту он уже выздоровел и на 6-й неделе объявил, что будет говеть. Не говел он лет 30. Мама была рада. Стали готовить постное кушанье. Поговел он 2 дня, а в среду говение вдруг прекратилось. И он сказал нам с тихой улыбкой: «Друзья мои, я очень люблю Бога, но я к этому не способен». И в тот же день за обедом уже подали ростбиф. От мамы он не отходит и уж никогда более не отойдет. Мы живем пока на средства Татьяны Павловны. Одно прибавлю, мне страшно грустно, что в течение этих записок я часто позволял себе относиться об этом человеке непочтительно и свысока. Но я писал, слишком воображая себя таким именно, каким был тогда. Кончив же записки, я вдруг почувствовал, что перевоспитал самого себя именно процессом припоминания и записывания. Катерина Николаевна теперь за границей. Я виделся с ней перед ее отъездом и был у нее несколько раз. Из-за границы я уже получил от нее 2 письма и отвечал на них. Но это уже другая история, совсем новая история, и даже, может быть, вся она еще в будущем. Катерина Николаевна не замужем и путешествует с Пилищевыми. Отец ее скончался 1 месяц спустя, и она богатейшая из вдов. В настоящую минуту Катерина Николаевна в Париже. Разрыв ее с Бьорингом произошел быстро и как бы сам собой. Бьоринг не успел тогда вовремя. Он прибыл через 1 час после выстрела, когда квартира Татьяны Павловны представляла уже совсем другой вид. Ламберт, которого все считали убитым, очнулся, встал вдруг, быстро сообразил и вышел в кухню. Там оделся и исчез навсегда. Документ остался на столе. Трешатов убежал за доктором. Татьяна Павловна, приведя в чувство Катерину Николаевну, увезла ее домой. Потом очнулся Версилов. И когда вбежал к нам Бьоринг, то в квартире находились лишь я, доктор и больной Версилов. И мама еще больная, но прибывшая к нему вне себя, из-за которой сбегал все тот же Трешатов. Увидев, что Катерины Николаевны нет, Бьоринг тут же уехал. Скрыть выстрела не удалось. Однако большого скандала не произошло, а вышли лишь слухи. И тут вдруг Бьоринг узнал о свидании Катерины Николаевны с Версиловым еще за 2 дня до катастрофы. Это его взорвало. И он позволил себе заметить Катерине Николаевне, что после этого его уже не удивляет, что с ней могут происходить такие фантастические истории. Катерина Николаевна тут же и отказала ему. Все мнение ее о каком-то благоразумии брака с этим человеком исчезло как дым. Горькое слово предстоит сказать о сестре моей, Лизе. Вот тут-то к несчастье. Началось с того, что князь Сергей Петрович не выздоровел и, не дождавшись суда, умер в больнице. А Лиза... Лиза 4 месяца назад упала с нашей лестницы, невысоко всего, с 3 ступенек, но она выкинула, и болезнь ее продолжалась всю зиму. Она стала молчалива с нами и задумчива. Васина вскоре освободили, и Лиза встретила это сообщение с удовлетворением. Может быть, кто-нибудь спросит, куда же девалась моя идея? А идея та же самая, но, правда, уже несколько в ином виде, так что ее даже и узнать нельзя. Татьяна Павловна пристает ко мне со своими увещаниями, чтобы я поступал в университет, вот как кончишь учение, тогда и выдумывай. Я еще не знаю, чем решу, но одно я знаю, наверное, что я должен трудиться, чтобы содержать маму и Лизу. Татьяна Павловна, правда, предлагает мне свои деньги и говорит, что их хватит на все время моего университета. И вот я решил посоветоваться с одним человеком. Этот человек — муж Марьи Ивановны, Николай Семенович. Не то чтобы я
нуждался в чем-нибудь совете. Просто мне захотелось услышать мнение постороннего. Даже несколько холодного эгоиста, но бесспорно умного человека. Я отослал ему рукопись, прося секрета, так как никому ее не показывал, в особенности Татьяне Павловне. И через неделю получил рукопись назад при довольно длинном письме. Вот это письмо, из него я сделаю лишь несколько выдержек. В них есть некоторый общий взгляд и как бы нечто разъяснительное. Вот эти выдержки. И никогда не могли вы, Аркадий Макарович, употребить с большую пользою ваш временный досуг, как теперь, написав эти ваши записки. Верю, что этим изложением вы действительно могли во многом перевоспитать себя, как выразились сами. Собственно, критических заметок не позволю себе ни малейших, хотя каждая страница наводит на размышления. Например, то обстоятельство, что вы так долго и так упорно держали у себя документ, в высшей степени характеристично. Но это лишь одна заметка из сотен, которую я разрешил себе. Действительно, за вас и за уединенную юность вашу можно было опасаться. И таких, как вы, юношей, немало. И способности их действительно всегда угрожают развиться к худшему. Или в подобострастие. Ведь многие молодые люди набрасываются на идеи, предварительно данные. Или в затаенное желание беспорядка. У юноши, который видит в жизни всю случайность и беспорядочность, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, это желание беспорядка и даже чаще всего происходит, может быть, от затаенной жажды порядка и благообразия, употребляю ваше слово. Юность чиста уже потому, что она юность. Для меня, как человека спокойного и жаждущего спокойствия, важнее именно законченность форм и хоть какой-нибудь допорядок. И уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, семейный порядок. Взгляните, например, на оба семейства господина Версилова. Сам Версилов все же из родоначальников. Он истинный поэт и любит Россию. Но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует. Про законного сына его и говорить не стоит. Те, у кого есть глаза, знают, до чего дойдут у нас подобные сорванцы. Его дочь, Анна Андреевна, и чем же не с характером девица? Разумеется, не предрекая ничего уголовного, что было бы несправедливым с моей стороны. Скажите мне теперь, Аркадий Макарыч, что семейство это явление случайное, и я возрадуюсь духом. Но напротив, не будет ли справедливее вывод, что уже много таких семейств русских с неудержимою силою переходят в семейства случайные. Да и вы, Аркадий Макарыч, член случайного семейства. Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства. Работа неблагодарная и без красивых форм. Но что делать, чтобы угадать, что таится в душе иного подростка? Дознание это не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения.